Накануне на родину прибыли еще 19 азербайджанских врачей, обучающихся в Турции. Молодые врачи начнут лечение больных коронавирусом в Азербайджане. Как сообщил начальник отдела международных связей и протокола объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Агаев, одной из приоритетных целей организации является возвращение врачей, обучавшихся за границей, для работы в Азербайджане путем создания соответствующих условий. В связи с этим реализуются различные проекты. Недавно был реализован проект «Реакт», и в течение последних 3 месяцев 19 специалистов, прошедших обучение в Турции, боролись с пандемией в больницах, находящихся в различных регионах Азербайджана. В связи с этим в нашу страну прибыла еще одна делегация азербайджанских врачей. Служить Азербайджану на добровольной основе изъявили желание молодые врачи, получившие знания и практические навыки в Турции. Мы обратились в посольство Азербайджана в Турции, чтобы они помогли нам вернуться на родину. Наше обращение было принято своевременно. Спасибо организаторам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь больным. Предыдущий 3-месячный проект «Реакт-Си-19» был завершен несколько дней назад. Были также задействованы 19 врачей из Турции в Азербайджан, которые уже завершили свою работу в рамках этого проекта. Гюльназ Гасымова, CBC.